мы смело можем сказать, что именно мы – герои нашего времени. У вас все получится. Вам удачи и не бухать на рамку. Когда уйдете из школы, достойно встречали все удачи и неудачи, чтобы вы выходили из любой ситуации победителями. И я благодарю вас за то, что вы 7 лет были вместе со мной, что вы понимали меня, что мы всегда находили общий язык. А с родителями мы тоже, в общем-то, жили дружно. Я думаю, что самые добрые воспоминания у меня останутся и о детях, и родителях. Я также благодарю коллектив учителей, которые всегда с пониманием относились к тому, чтобы дети имели хорошие знания, хорошие оценки, что тоже немаловажно. И всегда с любым учителем мы тоже, в общем-то, понимали друг друга. Низкий вам всем поклон. Я очень рада, что я была классным руководителем в этом классе, и что мы сейчас, расставаясь, оставим самые добрые чувства друг о друге. Я надеюсь на это.
бабушек. Благодаря вашему союзу избавили от смешных мальчишек с ежиками на голове. Из девчонок, из безумных молодых получились мы. Спасибо вам за ваш труд, за ваше терпение, за вашу любовь, за все, что вы сделали для нас эти долгие 11 школьных лет. Молодыми и бесконечно любящими вас. В общем, запомните их такими, какие они есть. Впереди у вас сложные испытания. Сдача единого государственного экзамена. Ни пуха вам, ни пера.